إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Иншаллах. Иншаллах. Это следующий ответ на вопросы, которые отправил ко мне дедушка. Прежде чем ответить на вопросы, давайте прочитаем слова Аллаха. أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا الله يقول في القرآن О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладающим влиянием среди вас. Если же вы станете припираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и последний день. Так будет лучше и прекраснее по значению. Кто такие обладающие властью среди вас? Ученые Тавсира говорят, обладающие властью среди нас — это правители и ученые. «Подчиняйтесь им, — говорит Аллах. Когда вы станете припираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику». В наше время как мы можем обратиться к Аллаху и к посланнику? Мы должны возвращаться к Корану из Сунни Пророка, да благословит его, Аллах и приветствует. В этом аяте Аллах ясно говорит нам, чтобы все наши споры мы возвращали к Аллаху и его посланнику. Поэтому какой бы спор у нас ни возник, мы всегда должны возвращаться к Аллаху и его посланнику. В первом уроке я ясно разъяснил, что такое нововведение. Нововведение ⁇ это все новое в религии, у которого нет достоверного основания. Перед тем, как начать отвечать на вопросы, мы должны в первую очередь четко и ясно знать, Куда мы должны возвращаться, когда у нас возникают споры? Среди вопросов, которые отправил дедушка, были такие, на которые нужно было отвечать несколько часов. Были и такие, на которые можно было ответить за пять минут. У нас самый большой спор возник относительно акиды и нововведений. А что касается вопросов, которые никак не связаны с вероубеждением, акидой, с многобожием и нововведением, то есть вопросы фикха, Проблема этих вопросов относительно легкая. Если какой-нибудь человек следует за одним ученым мнением или доводом, который ему кажется ближе к истине, а другой брат берет мнение другого ученого из-за того, что ему кажется, что это мнение более правильное, то им нельзя спорить и враждовать между собой. К таким вопросам относятся некоторые вопросы, которые отправил ко мне дедушка. Я отвечу на эти вопросы мнением ученых, которые мне кажутся более правильными среди прочих мнений. Итак, первый из таких вопросов. Дозволено ли после азана давать салават на пророка или нельзя? Каждый раз, когда мы вспоминаем имя пророка, да благословит его Аллах и приветствует, давать салават, благословение на пророка является сунной. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Скупым является тот, кто не призывает на меня благословения, когда обо мне упоминают в его присутствии. Да благословит Аллах его и да приветствует. Коротко расскажу о достоинстве салавата, благословения на пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Тому, кто благословит меня один раз, Аллах благословит его десять раз. Все мы должны знать, среди многочисленных милостей Аллаха, которые Он нам оказал, самой большой милостью является послание к нам, своего посланника, чтобы вытащить нас из мрака куфра к свету ислама.

Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним пророка из них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении. Мы, которые были в очевидном заблуждении, чтобы вытащить нас, он отправил к нам пророка, да благословит его, Аллах и приветствует. Самая большая милость Аллаха ⁇ это послание посланников, чтобы мы узнали Аллаха, чтобы мы знали, что приказал нам Аллах. И для того, чтобы мы знали, как выполнять то, что приказал нам Аллах. Почему Аллах отправил пророков? Какая в них есть польза? Аллах отправил к нам своих посланников для того, чтобы мы знали, что дозволено, а что нет. Для того, чтобы мы узнали, что из религии, а что противоречит религии для того, чтобы мы последовали за Ним и заслужили рай. Возвеличивая пророка, Аллах говорит в Коране. Воистину, Аллах и его ангелы благословляют пророка, о те, которые уверовали. Ибн Аббас сказал, если ты услышал обращение Всевышнего о те, которые уверовали, то внимательно вслушайся в него. Обращение содержит в себе либо благо, которое повелевается тебе, либо зло, которое запрещается тебе. Благословляйте его и приветствуйте миром. Таким образом, Аллах возвысил своего посланника. На небесах сам благословляет а на земле приказывает нам благословлять своего посланника. Каждый раз, когда мы упоминаем его имя. Ибн Кафир, досмилуется да над ним, Аллах, сказал Смысл этого аята в том, что Аллах рассказал своим рабам, какое место занимает Пророк. На небесах Его благословляют ангелы. На земле нам приказано благословлять Его. Чтобы собрались в нем, в пророке, благословение двух миров небесных и земных. Ибн аль да смилуется над ним Аллах, сказал, если Аллах и его ангелы благословляют пророка, о жители земли, вы тоже благословляйте его, потому что до вас дошли его барак, его барака и его послание. О достоинстве благословения, салавата на пророка, пришло много хадисов, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал «Тому, кто благословит меня один раз, Аллах благословит его десять раз», передал муслим. Также он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Того, кто один раз прочитает на меня благословение, Аллах благословит за это десять раз, возвысится за это он на десять степеней, и запишутся ему десять благих поступков, и очистится он от десяти плохих деяний». Также он, да благословит его Аллах и приветствует, в хадисе, который передал Ибн Мас'уд, сказал, Наиболее близки ко мне по степени те из вас, которые больше благословляют меня. Да благословит его Аллах и приветствует. Этот хадис передал от Тирмизи и Ибн Хайбан. Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Многократно благословляйте меня в ночь и день пятницы. Ваши благословения доведут до меня. Наиболее близки ко мне по степени те из вас, которые больше благословляют меня». Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Скупцом является тот, кто не призывает на меня благословения, когда обо мне упоминают в его присутствии. Поэтому, братья, каждый раз, когда упоминают имя посланника, желательным является произнести на него благословение. Скупцом является тот, кто не призывает на меня благословения, когда обо мне упоминают в его присутствии. Да благословит его Аллах и приветствует. Было бы достаточно и одного хадиса, чтобы мы часто благословляли пророка. О, Аллах благослови Мухаммада и семью Мухаммада. Это то, что касается достоинства благословения на Пророка. Нет сомнения в том, что благословение на Пророка является хорошим, что за это человек получает вознаграждение. Верующий человек не сомневается в этом, потому что Аллах приказывает нам это в Коране, благословляет его, а также об этом пришло множество хадисов. Тогда позволено ли после Азана читать благословение на Пророка? لتبلغسويتيه و انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقول فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشره ثم صلوا الله للوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي لعبد من الا لعبد من عباد الله Передает Абдулла ибн Амр, что он услышал, как Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, Когда вы услышите призыв Муаззина, то говорите то, что говорит он. А потом призовите на меня благословение Аллаха, ибо поистине сделавшего это один раз, Аллах благословит за это десять раз. Потом просите для меня аль-васыля, являющееся положением в раю, которое подобает занимать только одному из рабов Аллаха. И я надеюсь, что этим рабом буду я. А для того, кто станет просить для меня аль-васыля, мое заступничество станет обязательным. Поэтому, братья, каждый раз после азана не пропускайте благословение на Пророка и просите за него «аль-Василя» словами «О Аллах, Владыка этого совершенного призыва и готовящегося намаза! Дай Мухаммаду аль-Василя наивысшую степень в раю, добродетели, и самую высокую степень, и воскреси его на макам аль-Махмуд, хвалимом месте, которое ты обещал ему». Нет сомнения в том, что ты выполнишь свое обещание. Такую мольбу читал пророк после Азана. Это дуа. О Аллах, владыка этого совершенного призыва и готовящегося намаза. Дай Мухаммаду Аль-Василя наивысшую степень в раю, добродетели и самую высокую степень, и воскреси его на Макам Аль-Махмуд, хвалимом месте, которое ты обещал ему. До этого места пришел достоверный хадис, а то, что касается слов инна калятуфль хульмияд, то среди ученых существует разногласие относительно того, достоверны ли эти слова от пророка или нет. Наиболее правильным мнением является, что недостоверны. Вот до этих слов является сунной мольба, которая читается после Азана. Теперь мы знаем, что читать Салават после Азана является сунной. Третье. После азана, когда азан закончился, в некоторых мусульманских странах читают громко салават. Например, в Сирии, и это сейчас появилось в Дагестане. После завершения азана, вот так громко читают салават с мимбара. Вот так громко читать салават после азана, подобно самому азану, такая вот форма салавата является нововведением. Так читать салават бида, сам салават сунна, а вот давать его в такой форме является нововведением. Чтобы понять, что такое бида, нужно знать, что сунна — это то, что соответствует тому, что делал пророк. То есть в таком виде, в котором делал это сам пророк, или в котором велел это делать. Пророк велел читать на него салават после азана, но в его время после азана салават не читали, уподобляя его азану, и мы должны делать его в этой форме. Само чтение салавата – сунна. А та форма, в которой ее сейчас читают, громко как часть азана – беда. Каждая вещь должна соответствовать сунне. Прибавлять что-то, считая, что это хорошо, нельзя. Однажды при Ибн Умаре чихнул один человек, и когда он сказал «Альхамду то после этого прибавил «Что тут плохого?» Он дал салават пророку. Ибн Умар сказал, «Я тоже говорю, альхамду лилля, саляту вассаляму аля расулилля». Однако пророк не учил нас так. Пророк нас учил, альхамду лилля аля кулли халь. Тот подумал, что это будет хорошо и прибавил. А Ибн Умар поправил его, сказав, что пророк не учил нас так. Таким образом, хорошо после азана читать салават. И можно даже после Корана. Но в такой форме, в такой форме нас посланник Аллаха не учил. Можно привести примеры из жизни. Например, после того, как построили полностью дом, доведя до совершенства, Аллах в Коране говорит, мы усовершенствовали вам вашу религию. Таким же образом и человек. Приведем пример. Дом полностью построен, доведен до совершенства, не оставив ничего неучтенного. Пришли архитекторы, все посмотрели, проверили, и с дизайнерами все было согласовано. Потом вдруг приходит другой мастер и говорит, вот тут необходимо было бы еще дверь сделать, и ставит дверь прямо перед окном. Приходит другой и убирает лестницу, и говорит, мол, тут вместо окна лучше лестницу установить. Приходит третий, и вместо ворот ставит еще ворота, мол, вот здесь неплохо было бы иметь еще и вторые ворота. Приходит четвертый и прямо по центру дома роет колодец, говоря, что здесь он неплохо смотрится. Приходит пятый и пристраивает еще баню снаружи. Этот дом был и так совершенным. После всех этих преобразований, что с ним станет? Вид испортится. Это уже не будет называться домом. Этот дом испортится. Испортится его вид. Пророк принес нам религию совершенной. Аллах приносит свидетельство в Коране, что его религия совершенна, и что там нет ничего неучтенного, которое нужно было бы добавить в нее. Аллах говорит в Коране, сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам. Аллах говорит, что Он усовершенствовал религию. А когда она будет считаться усовершенствованной? Когда в ней все будет находиться на положенном ему месте. А если, например, вместо Азана будут давать Ихамат, а вместо Ихамата Азан, вместо Фатихи будут читать Атахиат, а вместо Атахиата Фатиху, тогда это будет считаться лишним дополнением от себя. Это будет добавлением к уже совершенной религии. И эти добавления изменят облик этой религии. Эти добавления называются бида, то есть новшество или нововведение, не имеющие под собой никакой основы. Так, завершая азан, му'адзим пророка, мир ему и благословение Аллаха, Биляль, не добавлял от себя громкое чтение салавата в конце. Слушающим является сумной читать салават после азана, а после салавата читать мольбу. Вот это сунна. А вот после дуа кричать фатиха является беда, нововведением. Ни пророк, ни сподвижники, ни табиайны, ни четыре имама не делали такого. Это касаемо вопроса о чтении громкого салавата после азана и икамата. Эти слова принадлежат Муле Али Аль-Кари. Это ученый ханафитского мазаба. Он говорит, После завершения Азана чтение слов ⁇ Ассаляту ассаляму ⁇ и так далее в своей основе является сунной. Но то, как это сейчас делают, является новшеством. Книга ⁇ Меркат Аль-Мафати ⁇ Второй том, страницы 349 и 350. -е. Ибн Хаджир Аляс Аляни говорит ⁇ «Тазби, чтение громкого салавата, например, в пятницу или перед утренним намазом, потом чтение салавата на Пророка после азана. Лучше, говорит Ибн Хадж, ученый Маликитского мазхаба, лучше удерживать муаздинов от того, чтобы они громко давали салават на Пророка по утрам, ибо каким бы большим поклонением ни было чтение салавата на Пророка, его нужно читать только в положенном ему месте. Большое поклонение имеет свое место. Если обеденный намаз читать раньше времени, он не будет называться обеденным намазом. Поэтому, когда в азан добавляют что-то, что не из него, то это называется беда а, и не будет считаться частью азана. Это слова Ибн Хаджа. Или, например, чтение Корана, которое считается одним из великих видов поклонения. Однако оно не читается в руко'р а, или в суджуде. Чтение Корана тоже имеет свое место. Таким же образом и салават. Ибн Хаджар Аль-Хайтами, который очень известен в Дагестане, он говорит, «У наших алимов и шейхов спросили насчет салавата на пророка, который громко читают после азана современные муадзины. Они дали фатву в том, что в основе это сунна, но форма его совершения сегодня беда. Это то, что установлено и доказано, Говорит Ибн Хаджар. Книга Аль-Фатава, Аль-Кубра, Аль-Фекхия. Первый том, 131 страница. Вот подумайте, как вы можете говорить, что бида бывает хорошим? Посмотрите, что плохого в том, чтобы читать салават после азана. Если мы будем оценивать религию своим человеческим разумом, говоря, что плохого в том, чтобы читать салават, что плохого в том, что и так далее, так не пойдет. Он говорит, что по причине того, что такой образ не пришел от пророка, это является недозволенным. Это слова Ибн Хаджара Аль-Хайтами. Далее Ибн Хаджар говорит, даже чтение салавата перед азаном или перед икаматом не является сунной. И если кто-то будет читать салават перед азаном, считая, что это является сунной, то его нужно удерживать от этого и запретить ему это, потому что он вводил в шариат что-то новое, не имея основы на это. То есть, если человек вносит в шариат что-то новое, не имея на это далиля, то его нужно отвратить от этого и устрашить, чтобы он не возвращался к этому. Это говорит Ибн Хаджар в книге «Аль-Фатава Аль-Кубра», на 131 странице в первом томе. Посмотрите, братья, вы до сих пор говорите, это хорошее нововведение, это прекрасная бида. Что плохого, если подумать в том, чтобы читать Салават после Азана? Проблема здесь не в том, чтобы читать Салават, а в том, что этим ты противоречишь сунне пророка и тому образу его совершения, который пришел от пророка. В том, что ты противоречишь пророку. Вот что плохого. Подумайте и относительно других нововведений. Давайте такой же отчет себе. И каждый, кто хочет что-то делать, пусть спросит себя, пророк делал это или не делал? Не надо говорить. А, все, пророк тоже читал салават. Этого недостаточно. Нужно еще посмотреть, как он читал салават. Где он его читал? Салават, который читается в ат-Тахият, нельзя читать после Фатихи. Например. Почему? Потому что пророк этого не делал. И таким образом, всякий раз, когда мы хотим совершить то или иное поклонение, мы должны его совершать именно так, как его совершал пророк. Это краткий ответ на вопрос о чтении салавата на пророка и о громком чтении салавата на пророка после азана. И какой образ из них является сунной, а какой новшеством? Смотрите, братья, как наши ученые следят за тем, чтобы что-то соответствовало сунни и не было нововведением. Следующий вопрос, который ко мне пришел. Является ли поднятие рук во время мольбы сунной или же это беда? В общем, при взывании и мольбе поднятие рук является частью ее этикета и одной из причин ответа Господа на мольбу. Это сунна в общем. Почему? Потому что пришло много хадисов, доходящих до степени таватур, о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, взывая, поднимал свои руки. Имам Аннавови, да помилует его Аллах, говорит, в сборниках Бухари и Муслима Содержится до 30 хадисов, сообщающих о том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднимал свои руки во время мольбы. Также имам Ассуюты, да помилует его Аллах, говорит. Имам Ассуюты привел 100 хадисов, подтверждающих, что поднятие рук во время мольбы является сунной. В общем, в мольбе поднимать руки сумно. Сам Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит. Ваш Господь присвят Он и велик, стесняется. Аллах стыдится, когда Его раб поднимает свои руки к Нему, вернуть их пустыми. То есть, когда раб взывает к Нему, подняв свои руки, он отвечает. Потом приводится, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, помолился за Усмана, и во время мольбы поднял свои руки так, что показалась белизна его подмышек. Иногда он поднимал свои руки очень высоко. Иногда поднимал до уровня лица, а иногда до уровня плеч. Таким образом, пророк, мир ему и благословение Аллаха, поднимал свои руки. Когда он взывал к Аллаху о дожде, стоя на мимбаре, он так сильно поднял свои руки, что была видна белизна его подмышек да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому, мои братья, поверь, поднятие рук во время мольбы является сунной, кроме как в тех местах, которых пророк сам не поднимал. И если в каких-либо случаях пророк руки не поднимал, то и нам нельзя там поднимать. Если говорить о том, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно не поднимал во время мольбы свои руки, то такое, например, было в мольбе во время пятничной худбы. Обычно он, взывая к Аллаху во время худбы, поднимал свой палец. Но рук, стоя на мимбаре, он не поднимал. Значит, поднимать руки в этом случае является нововведением. Почему? Потому что сам Пророк не поднимал свои руки в это время. Значит, и нам с вами нужно походить на Пророка в этом. Субханаллах. Подумайте, мои братья. Мы должны уподобляться пророку даже в таких незначительных вещах. Мы должны совершать свое поклонение именно в той форме, в какой это делал пророк. Однажды один человек, стоя на мимбаре, взывая, поднял свои руки. Тогда сподвижник сказал, да отвалятся его руки. Я не видел, чтобы пророк, стоя на этом месте, поднимал свои руки. Посмотрите, за то, что человек, стоя на мимбаре, поднял свои руки во время мольбы, он, если я не ошибаюсь, это был Абусаид аль-Худри. Значит, он, увидев это, сказал ему: Да отвалятся эти руки. Я не видел, чтобы пророк поднимал свои руки, стоя на этом месте. Посмотрите, как сподвижники не позволяли добавлять в религию даже такие незначительные вещи. То есть во время этой мольбы этого не было. Раз уж мы вспомнили здесь мимбар, то, как обычно у нас в селении бывает, когда хатыб садится, снизу человек начинает взывать. И люди все держат при этом руки. Так вот, эта мольба, которая делается в этом месте и в этой форме, является нововведением. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, просто садился и потом снова вставал и продолжал худбу. И когда пророк садился, то ни Абу Бакр, ни Умар, никто вообще из подвижников не взывал вот так. Так не прибавляйте в религию то, чего в ней не было. Также такого нет ни в одной из книг по фикху, по шафиитскому, маликитскому и другим мазхабам. Никто ни имам Ашафиай, Аш ни имам Малик, ни имам Абу Ханифа не сказали, что в этом месте надо громко читать эту мольбу. А если они не сказали, откуда вы знаете, что это хорошо? Каждый пусть сам для себя читает мольбу, если хочет. Но чтобы человек, который сидит на худбе, громко читал эту мольбу, является одним из нововведений, которые делают в пятничный день. Взывать с мольбой после намаза является сунной или нововведением. Есть поминания, которые часто читаются после намаза, которые все мы знаем. Среди них истихфар. Потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит Муазу. О Муаз, воистину я люблю тебя ради Аллаха. Далее он сказал, обращаясь к нему. Не оставляй после намаза мольбу, читать тазбех после совершения намаза является сунной. Но и их нужно читать в той форме, которая пришла от пророка, да благословит его Аллах и приветствует без добавлений. Мы же любим украшать от себя, добавляем много чего в тазбихи, громко кричим, мешая тому, кто совершает намаз. Если мы будем читать эти тазбихи, которые пришли от Пророка ⁇ Да благословит его Аллах и приветствует ⁇ не прибавляя ничего и не убавляя ⁇ следуя ровно тому, что говорил Пророк ⁇ Да благословит его Аллах и приветствует ⁇ то мы, инша Аллах, будем на истинном пути. А если мы будем добавлять от себя тену, то это будет бида. Это бида, которая будет отвергнута Аллахом. Также среди нововведений, которые совершаются после Намаза. Что это? Добавление в тазбиха, чтение фатихи. От пророка да благословит его Аллах и приветствует не пришло, что нужно читать за каждым намазом фатиху. От пророка пришло, что после каждого намаза нужно читать аят аль-курси. Также от пророка пришло, что надо читать суру аль-ихляс, оба муавизата. А также после утреннего и вечернего намаза нужно читать их по три раза – если все делать так, не добавляя ничего, то даже находятся те, кто следит, чтобы обвинить того, кто делает это в такой форме. Если человек все делает согласно сунне пророка, мир ему и благословение, тут же спрашивают, почему ты не делаешь так, как делает наш имам? Потому что ваш имам от себя добавил в то, что пришло от пророка. Если вы будете делать так, как делал пророк, что с вами произойдет плохого? стоят и ждут, чтобы обвинить человека, если он будет делать так, как пришло от пророка. Вот этот не прочитал Фатиху. Вот тот не дал прочитать сто раз «Ля Хайлалла». От пророка не пришло, чтобы после намазов мы читали сто раз «Ля Иля От пророка пришло, чтобы мы читали «Ля Иля ля шарика ляу, ляху, ляху мульку ва хамду, ваху аля шейн по 10 раз после утреннего и вечернего намазов. Следуйте тому, что пришло от пророка, мои братья. Чем больше вы добавляете от себя что-то, тем больше уходит от сунны. Не прибавляется в религию ничего нового, чтобы при этом не убавилось столько же из сунны. Также тазбихи. Вообще читать их так громко является нововведением. Имам читает, а другие сидят и болтают друг с другом. Но стоит кому-то уйти, так сразу кидаются на него обвинениями. Пророк, мир ему и благословение, читал было некоторое время громко, как приводит имам аш да помилует его Аллах. Но потом, как говорит имам аш он стал читать тихо, как только остальные выучили их. А у нас с 90-го года с тех пор, как построили мечеть, и до сих пор читают тазбихи громко. Причем, когда один читает, другие слушают молча. Это не сунна. И если кому-то не понравится, что делают не по сунни, и он уйдет, вы начинаете его обвинять. Для себя нужно тазбих читать. Человек будет получать награду, как если будет читать его сидя, так и если опаздывая куда-то, будет читать их по дороге, с помощью рук. Что касается мольбы после намаза, то все это и есть те мольбы, которые пророк читал после намаза. И если помимо этого у него будет желание попросить у Аллаха что-нибудь, и он поднимает свои руки, взывая к Аллаху, то, по мнению большинства ученых, нет в этом проблем. Хотя есть ученые, которые говорят, что нет такой сунны поднимать руки и читать мольбу после намаза. И есть те, которые говорят, что это сунна. Также есть те, которые говорят, что это дозволено. Нет в этом проблем. Поэтому если есть тот, кто сам для себя взывает к Аллаху, то нельзя ему препятствовать в этом. Но сидеть и болтать, пока не закончат мольбу, или чтобы Имам поручал кому-то читать мольбу, при том, что все остальные должны сидеть и говорить аминь, то в такой форме пророк не делал. Не было такого, чтобы пророк читал мольбу, подняв свои руки после каждой молитвы, заставляя сподвижников сидеть и говорить «Аминь». Каждый из них, если хотел, читал после молитвы мольбу, либо не читал. Просто уходил домой, чтобы там сделать свои сунны, или оставались в мечети и делали их там. Зачем люди все усложняют? Если человек встал после намаза, не помолившись, сразу начинают говорить о нем. Он из этих, которые делают все наоборот. Они не понимают, что это они делают все вопреки пророческому пути. Я исследовал нововведения, которые существуют в Накшубандийском тарикате. Они скрывают столько вещей, которые есть у них. Несмотря на такое количество вещей, которое у них имеется, обращают внимание на вещи, которые даже сунной не являются, по мнению наших алимов. Для них сунна стала нововведением, а нововведение стало как сунна. Поэтому, мои братья, подумайте над каждой вещью. Вы же в своей торговле не делаете шаг вперед, пока хорошенько не подумаете, какая от этого польза, какой вред, сколько прибыли от этого придет. Также и в делах Ахирата надо подумать, правильно ли я делаю или неправильно. Также известно из Сунны, что Пророк, мир ему и благословение, не следил после каждого намаза, чтобы обязательно сделали дуа, как делают сегодня. Когда либо имам читает дуа, либо кто-то из ряда, а остальные громко говорят «Аминь». В то время, кто хотел, делал дуа про себя, а кто хотел, не делал и спокойно уходил. Но чтобы злобно смотреть на того, кто пошевелится до дуа или до слов, то так не поступали ни пророк, ни его сподвижники. Кто хочет, пусть идет, сделает сунны после обязательных молитв, а кто не хочет, пусть уходит. И винить их неправильно. То, что имам громко читает тазбехи, а остальные молчат и ничего не читают, кроме как если имам не повелит им читать, либо фатиху, либо аят аль-курси, также является нововведением. Сунна является, когда каждый читает тазбех для себя, согласно четырем имамам. Нигде не является сунной слушать тазбехи, которые читает имам. Да поможет нам Аллах следовать сунне и оставить нововведение. Следующий вопрос. Являются ли четки сунной или нет? Установлено от пророка, что он читал тазбех на пальцах. В одном хадисе пришло, что на пальцах правой руки. Также есть хадис, в котором он велит верующим женщинам читать тазбех на пальцах. О жены верующих мужей, читайте ля иля иля Аллах, читайте тазбех, читайте субханаллах, и не пребывайте в небрежности, иначе вы будете забыты в милосердии. Читайте тазбих на кончиках пальцев, ибо в судный день они будут спрошены и будут свидетельствовать, что вы читали тазбих. Это хадис, который пришел от пророка. Нет сомнений ни у одного ученого и имама, что читать тазбих на пальцах лучше, чем читать его на четках. А также все зикры Читать на пальцах, по мнению ученых, является более предпочтительным, чем на четках. Но в чем ученые разногласят? В том, является ли чтение на четках дозволенным, или же это нежелательно или запретно. Некоторые говорят, что это вообще нововведение, но по мнению большинства ученых, если человек путается читать на пальцах, то ему дозволено читать тазбех на четках. То есть читать на пальцах прекрасно, а читать на четках в случае, если человек путается, читая на пальцах, является дозволенным. Таким образом, получается, что когда человек, который может читать на пальцах, не путаясь, все равно прибегает к четкам, то он оставляет то, что лучше, и берется за то, что дозволено. Почему читать на четках не является предпочтительным? Потому что у пророка мир ему и благословение не было ни четок, ни бусинок, никаких либо других приспособлений. Он все читал на пальцах. У некоторых жен пророка были косточки, которыми они пользовались для чтения викра. И ученые, опираясь на это, дозволили читать на четках. Хотя читать на пальцах лучше. Ни пророк, ни его жены, ни его сподвижники, ни четыре имама не сидели с двумя четками, мотая их как пулеметную ленту, и говоря, что это викр сердца. Я уже упоминал это касаемо Накшубандийского тарихата. И снова повторяю здесь, подумайте теперь, вы говорите, что это пришло от Пророка. Как это может прийти от пророка, когда в его времена не было никаких четок? Тем более, вот так мотать на высокой скорости, как пулеметную ленту. Так дикар не читали ни пророк, ни сподвижники. Поэтому сказано, что не появляется она в обведении, пока не исчезнет какая-нибудь сунна. Шайтан специально постарался, чтобы у человека язык не шевелился для зикра. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Пусть твой язык постоянно будет влажным от поминания Аллаха». А викр, согласно накшубандийскому тарикату, это когда язык прилип к небу, а руки мотают четки, мол, зикр сердцем делаю. Этот зикр сердцем бывает, когда участвует еще и язык, если вы хотите знать. А так, чтобы сидеть дома и мотая в руках четки или бусинки, или еще что-то, называя это викром сердца, не делали ни пророк, ни сподвижники, ни табиайны, ни четыре имама. И уже разъяснено, чем является то, что они не делали. Да поможет нам Аллах следовать сунни и отдалиться от нововведений. Следующий вопрос. Является ли дозволенным семье умершего готовить еду для тех, кто пришел соболезновать? И является ли дозволенным есть ту еду, которую приготовили по этому случаю? Сначала приведем мнение ханафитского мазхаба. Ибн Абидин говорит в книге «Рад аль-Мухтар аля дур аля мухтар» «Семье умершего нежелательно готовить еду для гостей. Готовить еду нужно, когда пришла радость, а не беда». Слушайте, мои братья, дальше. Это отвратительное нововведение. Также имам Ахмад говорит, сказал Ибн Маджах в хадисе с достоверным иснадом от Ибн Джарира, Ибн Абдуллаха, что он сказал. Джарир Ибн Абдуллах – это один из подвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он сказал, мы считали, что собираться в доме умершего и чтобы семья умершего готовила еду собравшимся мы считали это оплакиванием. То есть они считали это таким же порицаемым действием, как оплакивание. Это было обычаем до исламской эпохи, которое запретил пророк. Он говорит, что они считали готовку еды для собравшихся подобным этому запрещенному поступку. Это по мазхабу Абу Ханифы. Сейчас мнение маликитского мазаба. Приготовление пищи семьей покойного и собирание людей в доме умершего, большая часть ученых маликитского Мазаба посчитала это запретным поступком и нововведением. Почему так? Потому что это не пришло ни от пророка, ни от его сподвижников. Посмотрите, посмотрите, чем наши алимы считали это. Ведь что плохого в том, чтобы готовить еду? Если подумать, что в этом плохого, проблема в том, что мы добавляем что-то, что не делал ни пророк, ни его сподвижники, ни табиайны. Что касается того, чтобы резать скот и кормить собравшихся, то это является обычаем эпохи Джагилии. И в нашей религии этого нет. Шафиитский мазаб Говорит Ибн Хаджар Аль-Хайтами. То, что стало сейчас обычаем, это приготовление пищи семьей умершего, будь это сразу или через неделю, звать людей на три дня и готовить пищу. Этот обычай – готовить пищу и звать людей – нежелательное нововведение. Также является недопустимым отвечать на такое приглашение. Почему? По причине хадиса, который пришел от Ибн Джарира, Ибн Абдуллаха. Собрание в доме умершего и приготовление его семьей еды для собравшихся, после того, как похоронят умершего, мы считали подобным оплакиванию. То есть это не дозволено. Имам Аширвани Аш говорит, его слова, нежелательное нововведение, это выражение нашего шейха, то есть приготовление еды семьей умершего и скопление людей в его доме является запрещенным. Так имам Аширвани Аш передает слова своего шейха. Амбалитский мазаб является нежелательным, чтобы семья умершего готовила еду для того, чтобы накормить пришедших людей. Говорит Ибн Кудама, кроме как по причине нужды. Что имеется в виду под нуждой? То есть, если звали людей, которые пришли издалека и накормили их, то это можно. То есть, если они голодные, и их никто больше не накормит, то, говорит Ибн Кудама, можно их накормить. По этим четырем мазхабам готовить еду семьей умершего или кормить пришедших на похороны людей, когда толпа людей сидит в доме, в котором произошла трагедия, и пируют, как будто это не похороны, а свадьба, забывая, зачем пришли, и заставляя резать скот, превратив все это в торжество какое-то, является омерзительным нововведением и запрещено. И запрет становится еще более серьезным, если скот, который там режут, принадлежит семье умершего, а у него есть наследники, которые наследовали бы этот скот. Почему? Потому что этот скот уже принадлежит не умершему, а тем, кто наследует ему. И есть этот скот запрещено вдвойне. Посещать могилы является сунной или нововведением. Что является сунной, а что беда? Говоря о том, как по сунни, расскажу, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, будучи на могилах после того, как похоронили умершего, сказал, просите прощения за своего брата по вере и просите укрепить его при допросе, ибо прямо сейчас его допрашивают. То есть прямо сейчас ему задают вопросы. Когда же закапывали покойника в могилу, он говорил, когда хоронили в его время, Никто не сидел по четырем углам и не читал Коран. Он сам не читал ни Ясин, ни Фатиху, закапывая покойника. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, не велел с подвижником Хараня читать Коран, сидя по четырем углам. Он говорил, просите прощения за вашего брата, ибо его уже допрашивают. Также он сказал Аише, когда пришел Джибриль к пророку и сказал ему, «Твой Господь велит тебе пойти на кладбище, попросить для его обитателей прощения». Тогда Аиша спросила, «А что сказать мне о посланнике Аллаха?» Он ответил, «Пророк, мир ему и благословение, учил сподвижников, чтобы они, посещая могилы, читали эту мольбу». Также он, когда хоронили покойника, говорил, «Просите прощения для вашего брата по вере». Пророк, как мы видим, чему учил своих сподвижников? Он говорил с подвижником, просите прощения для него. Он не говорил им, читайте Коран, суру Ясин, суру Аннаба, суру Аль-Бакара или что-то еще. Он говорил только, чтобы просили прощения за покойника. А теперь послушайте, мои братья, если бы чтение Корана было бы желательным там или бы приносило пользу умершему, то почему пророк мир ему и благословение Аллаха оставил нас? не разъяснив этого? Почему он сам не прочитал ни разу Коран? Хотя ему пришлось стольких сподвижников похоронить. Когда он хоронил свою любимую жену Хадиджу, когда он похоронил свою дочь, или когда были убиты его дядя по отцу, он ни разу не прочитал Коран на их могилах. Сам пророк говорит, «Я не оставил вам ничего, чтобы приблизило вас к краю, не упомянув об этом, и не оставил вас ничего, что приближало бы вас к аду, не предостерегши вас от этого». Значит, чтение Корана на могилах не является иссунной Пророка. Аллах говорит в Коране, воистину, Пророк для вас был прекрасным образцом для следования, прекрасным примером был для вас Пророк, чтобы за ним следовать вам, если кто стремится к Аллаху и Его прощению, и к прощению своих грехов Господом в день суда. То есть, кто желает получить эти вещи, пусть следует за поступками пророка. А если это не делал пророк, не делали его сподвижники, если это не пришло от них, то и нам не следует. Просить за мертвых лучше и является сунной. А что касается чтения Корана там, то этого не делали ни пророк, ни его сподвижники. А совершение того, что не делали они, как я уже разъяснил, называется у нас в религии беда. А, что приносит пользу умершему человеку после его смерти? Как нам сообщил наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, после смерти человека все его дела прекращаются, кроме трех. Первое – постоянная садака. Будь то построение мечетей, мадраса, дорог для людей, мостов или что-либо еще, которое постоянно приносит пользу людям, мусульманам. За все это идет награда человеку после его смерти, либо полезное знание, которое он оставил. То есть, если человек обучил какому-то полезному знанию, и это знание приносит постоянную пользу, то после его смерти за это знание также будет идти ему награда. Либо если он оставил после себя праведного сына. Если он оставил праведного, религиозного сына, который будет молиться за него. От него тоже будет идти ему польза. Также пророк, мир ему и благословение Аллаха, говорит, «После смерти принесут пользу человеку, что? Знание, которому он обучил, и которое приносит пользу, или праведный сын, либо знание Корана, которое он оставил, либо мечеть, которую он построил, либо дом, который построен, чтобы люди отдыхали в нем во время путешествия, либо канал, водный канал, который приносит людям пользу, либо садака из его овец, которая постоянно приносит пользу. Все это и подобное будет приносить ему пользу и при жизни, и после смерти. Награда от этого будет постоянно идти ему. Также пророк, мир ему и благословение Аллаха говорит – если кто установил какой-то путь в исламе, этот путь будет приносить пользу и после смерти. То есть, если он оживит какую-то забытую сунну, либо установит начало чему-то, что разрешено в религии, и пока этим пользуется, ему будет идти награда. Сделать садака за близкого, который умер. Построить мечеть, например, за своего отца. Или построить мост. Или провести воду, или еще какое-нибудь подобное дело, то за это будет ему идти награда. Также будет польза умершему от мольб, что Аллах говорит в Коране. Это далил на то, что мольба верующих приносит пользу умершему верующему. Те, которые после них пришли, что говорят? О Аллах, прости нам наши грехи и грехи наших братьев, которые опередили нас в имане. То есть это указывает на то, что если братья по вере будут просить за своего умершего брата, то это принесет ему пользу. Вот мои братья. Эти достоверные вещи, которые пришли от пророка, да благословит его Аллах и приветствуют относительно того, что приносит пользу умершему после смерти. Это слова ученых относительно того, приносит ли пользу чтение Корана за умершего после его смерти. Ибн Касир, да помилует его Аллах, говорит, делая тавсир на этот аят. Из этого аята имам аш да помилует его Аллах, и те, которые последовали за ним, вывели, что нет пользы от чтения Корана для умерших, потому что это не относится к их делам. Поэтому, говорит он, пророк не побуждал свою умму читать Коран за умершим человеком. И это пришло ни в одном хадифе. Это не делал ни один сподвижник. Истинно, если бы в чтении Корана за умершего была ему польза, то сподвижники уже опередили бы нас в этом, потому что они опередили нас во всем благом. Изуддин ибн Абдусалям да помилуют его Аллах. Один из ученых шафийского мазхаба говорит, Коран, прочитанный живым за мертвого, не приносит пользы. А все, что пришло относительно желательности этого, только лишь сны. И вы сами тоже, наверное, знаете, откуда пришла традиция читать семь дней. Халмажну. Кому-то кто-то во сне приснился, мол, за то, что семь дней читали, я не был отчитан в могиле, по этой причине, сделав это настолько серьезным, хотя на это действие не пришло ни одного довода, даже оставляют пятничную соборную молитву, только чтобы не прервать чтение Корана. Пятничную молитву пропускают. Мол, читаем Коран, чтобы мертвого не допрашивали в могиле. Аллах не его будет спрашивать за пропуск пятничной молитвы, а тебя. Потому что ты из-за нововведения оставляешь то, что тебе приказано в обязанность. Поэтому ученые говорят, что бида а отдаляет человека от Аллаха, а не приближает его к нему. Целую неделю, 24 часа в сутки, вы сидите и читаете там Коран, думая, что этим вы отвратите от него допрос в могиле. Даже если вы не 24 часа, а 24 года там будете читать Коран, его все равно допросят. Человеку, который в жизни ни разу не следовал Корану, не поможет его чтение после его смерти. Он будет сожалея говорить, почему я там ничего не делал. А что касается хадиса, читайте вашим умершим суру Ясин, то это недостоверный хадис, согласно имаму Ад-Даракутни и имаму Ибну Хаджару Аль-Асқаляни. А что касается чтения суры Аль-Фатиха и Аль-Ихляс умершим, то это пришло не в достоверных, не в слабых, не в выдуманных хадисах. Имам Аннавой, да помилует его Аллах, говорит, выводя из этого хадиса, дача садаки после смерти умершего приносит ему пользу и помогает ему. В этом единогласны все ученые то, что мольба за умершего стирает его грехи. То, что мольба за умершего стирает его грехи, то и в этом ученые единогласны. То, что хадж и посты можно держать за умершего, также пришло в достоверных хадисах. То, что установлено в нашем мазхабе. Говорит имам Аннавови, да помилует его Аллах. То, что чтение Корана не приносит пользы умершему. Мазхаб Абу Ханифы. Мула Али Аль-Кари говорит. Мула Али Аль-Кари известен даже среди суфиев и является ученым ханафитского мазаба. Он говорит, читать Коран на могилах является нежелательным согласно имаму Абу Ханифи, имаму Малику, имаму Ахмаду. Потому что это выдуманная беда, которая никак не подтверждается сунной. Файрузабади говорит, чтение Корана на могилах – порицаемое новшество. Имам ан да помилует его Аллах, говорит в книге «Шарх Муслим». Первый том, 90 страница и седьмой том. Одиннадцатая часть, 85 страница. Девяностая, одиннадцатая часть, 85-я страница. Говорит имам Аннавови, да помилует его Аллах, в книге Шарх Муслима. Читать Коран с тем, чтобы его награда за чтение досталась умершему, а также совершать намаз вместо него, по мнению имама аш и, и большинства ученых, не принесет пользы умершему. Не приносит пользы умершему. И далилим имама аш на это является аят. Человек получит только то, к чему он стремился. Иза ибн Абдуссаляма спросили, если за умершим читать Коран, будет ли ему награда за это? Он ответил, награда за чтение будет только читающему. Другому она не будет отдана, другому она не достанется. Очень удивительно, что люди распространяют это, доказывая с нами. А сны в нашей религии не являются доказательствами. Даже если тебе во сне приснится пророк и прикажет читать на могилах Коран, то это не будет среди ученых считаться далилем. Шайтан не может явиться во сне в виде пророка. И в таком случае, либо ты не понял его повеление, либо ты во сне не видел Пророка, потому что Пророк не будет во сне повелевать что-то, что противоречит его сунни, мазхаб имама Малика. Шейх Ибн Абу Хамза говорит, чтение Корана на могилах является нововведением, а не сунной. Некоторые, возможно… М пророк, сорвав с финиковой пальмы две свежие ветви, поставил их на две могилы, чтобы пока эти ветви не высохнут, по причине его заступничества. Им была помощь. Имам Аннавови, да помилует его Аллах, говорит, имам Аль-Хаттаби опроверг то, что делают люди, когда приносят траву, растения или цветы и кладут их на могилы, опираясь на этот хадит. Такому действию нет ни основы, ни пути. Почему? Потому что пророк сделал это только единожды и более на других могилах не повторял. И сподвижники после него так не делали. Имам Муслим, приведя этот хадис, объяснил в другой версии, который является опровержением тем, кто приводит этот хадис как основу. Пророк говорит, «Я хотел бы». Он говорит, «Я хотел бы». «Я хотел бы», говорит он, «Я хотел бы, — говорит пророк, — чтобы посредством моего шафаата, пока эти ветви еще свежие, чтобы им приостановили могильные мучения». Послушайте, мои братья, пророк говорит, «Я хотел бы, чтобы посредством моего заступничества, то есть, чтобы посредством заступничества пророка мучения были остановлены на это время. Некоторые говорят, что мучения были остановлены по причине тазбиха зеленых листьев, ветвей. Нет. Каждая вещь делает тазбих. Глина, которая над этими покойниками делает тазбих. Камни делают тазбих. Все делает тазбих. Если бы тазбих отвращал мучения могил, то покойник вообще бы их не испытывал. Пророк говорит: Мне бы хотелось, чтобы посредством моего шафаата как приводится в хадисе имама Муслима, чтобы могильные мучения приостановились, пока высохнут эти ветви. Это его заступничество приостановило мучение. И опираясь на это, говорить, мол, если эти ветви свежие, листья помогли ему, то Коран ему тем более поможет, является нововведением. Братья мои, подумайте и посмотрите, как наши алимы относятся серьезно к каждой вещи. Почему это беда? Потому что пророк этого не делал. Почему нововведение? Потому что ни в Коране, ни от пророка, ни от сподвижников это не пришло. Вот так мы должны подходить к каждой вещи в религии. Вы не обманывайтесь словами, мол, это делали наши родители и наши предки. Потому что слова «так делали мои родители» для нас не является далилем. Не забывайте, что говорили неверные, когда к ним пришел пророк. Они сказали, «Воистину мы нашли своих отцов на этом пути, и мы верно следуем по их стопам». У нас нет религии, основанной на словах «отцы так делали» или «матери делали». Наша религия – это… Наша религия – это сказал Аллах и сказал посланник Аллаха. Согласно имаму Аш-Шафиан, знание это, он сказал, нам рассказали, что пророк сделал, а все, что кроме этого, научение шайтана. Имам аш -Шафи да помилует его Аллах, говорит, если ты можешь, то приводи Далиль даже на то, чтобы почесать свою кожу. Относительно многих вещей ученые говорят. О многих вещах ученые говорят, что это беда. Почему? Потому что это не пришло от пророка. Это нововведение, потому что не пришло от пророка. Поэтому после того, как умрет человек, не думайте, что вы оказываете уважение покойному, устраивая эти пиры на показ людям, делая викры на третий день после смерти. Раньше мавлит делали, потом сказали, что мавлит читают по случаю радости, а не смерти. А по случаю смерти нужно читать викры. И назвали его викром. Потом на седьмой день, потом на сороковой день. Три дня показалось малым. И сорок дней ходят туда-сюда без остановки на могилы. Это все не из сунны пророка. Сунна пророка заключается в том, чтобы после погребения просили у Аллаха за умершего. И для этого не обязательно ходить на могилы. Молиться за него можно и дома. Ходить на могилы является сунной. Почему? Пророк, мир ему и благословение Аллаха говорит, потому что могилы напоминают вам об Ахирате. Касаемо сунны, мы объяснили, это делать дуа, когда посещаешь могилы. И чтобы стоять и смотреть на могилы, напоминая себе об Ахирате. Но ходить на могилы, чтобы получить пользу от умершего, то это нововведение которая может перерасти в многобожие. Читать по 10 раз Суру Ихляс, всякий раз, когда ступишь ногой, приближаясь к могиле шейха, и прочитав, направлять пользу от них им, это вещи, которые основаны на сновидениях. И это не пришло ни в одном аяте Корана, ни в одном хадисе. Строить пиры и зиараты на этих могилах является харамом, согласно всем мазабам. Обманывая людей, пишут в книгах, нет проблем в этом, если это делать, чтобы узнавали могилу Валиев. И они следуют этому, хотя нет на это довода ни из Корана, ни из хадисов. Пророк, мир ему и благословение Аллаха говорит, «О Али!» говорит, «Ты не оставляй!» Он сказал, «Ни одной скульптуры, не разрушив ее!» И не оставляй, говорит, «Ни одной возвышенной могилы, не сравняв ее с землей. Пророк говорит, проклял Аллах иудеев и христиан, которые сделали из могил своих пророков места поклонений. Возводить над могилой построение запрещено, согласно всем мазхабам. «В нашем мазхабе валием можно строить», — говорили в мечети. Сам своими ушами слышал. «Если наш имам Ашафиани Аш не вали, то среди его последователей валиев точно нет. Ибн Хаджар аль-Хайтами, книги которого вы читаете, он в этих книгах говорит, даже то построение, которое построено над могилой имама аш шафи даже оно должно быть снесено, говорят ученые Шафийского Мазаба. Строя, думая, что этим они оказывают большое почтение. Нет, это просто обычаи адаты которые не пришли в нашей религии и конкретно относящиеся к определенным людям. Среди умерших нет никого, кого не любили бы и не почитали. И если каждый будет воздвигать там построение для того, кого любит, то во что превратится кладбище? Это угодник Аллаха, так говорят. Угодник Аллаха это или нет, знает только сам Аллах. В Коране Всевышний Аллах описывает своих угодников так, Воистину, угодники Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязнены. Имам Ибн Кафир говорит, у угодников Аллаха есть два качества. Первое – то, что они веруют в Аллаха. И второе – то, что они боятся Аллаха. А есть в его сердце вера и богобоязненность, знает только Аллах. Но выделять кого-то, мол, они угодники Аллаха, и строить на их могилах построения, тратя на это огромное количество денег, не только не приносит награды, но и является нововведением и запрещенным делом. Одному святому отдельно возвели построение, а за ним лежит тот, кто действительно распространил в селении знания, кто действительно принес туда баракат, обучая людей. Он лежит за этим зданием – и ему не построили ничего. Если и строить что-то угодником, то в первую очередь ему надо было построить. А в действительности нельзя строить ни ему, ни тому. Я говорю об Ахмаде, сыне Абдул-Кадыра Хаджи, о твоем учителе, дедушка. Пользу, которую он принес селу, это знание, которое он дал тебе, а ты в свою очередь своим ученикам и всем нам. Основой всего, что мы знаем, был он. Он был началом. Тому сделали построение, а его положили за этим построением. Ничего ему не сделали. И если тот угодник, то почему этот неугодник? А если он неугодник, то почему тот угодник? Кто угодник Аллаха, мы можем только предполагать по внешним признакам. Уверенно угодниками мы можем называть только тех, кого назвал ими посланник Аллаха, и о которых уже при жизни сказано, что они в раю. Десять обрадованных раем, жены пророка и другие. А про этих мы говорим. Инша Аллах, они обитатели рая. Но стопроцентно утверждать, что кто-то является угодником, мы не можем. Мы можем судить о них только по их делам. Но что касается его души, то это знает только Аллах, мы не знаем, даже о тех которые погибли на пути Аллаха, мы судим лишь по делам, говоря, что он Инша Аллах И что если Аллах примет его шагаду, то он в раю. Поэтому мои братья, как бы вам ни было тяжело в этом мире? Оставьте нововведение и возвращайтесь к сунни, чтобы не быть из числа потерпевших убыток в этом мире и в следующей жизни. Относительно оставшихся вопросов Инша Аллах. Дозволен ли Мавлит или нет, Тавассуль, Табаррук, то есть получение бараката от людей, истигаса? Иншаллах, я объясню на следующих лекциях. Да поможет нам Аллах следовать суне Пророка и оставить нововведение. А, есть еще один вопрос: является ли сунной совершение намаза с головным убором, или же это нововведение? Хукм головного убора. Хукм головного убора зависит от обычая отдельного народа. Не пришло от пророка ни одного достоверного хадиса о желательности совершения молитвы в головном уборе или желательности конкретно чалмы. А все хадисы о том, что если совершить намаз в головном уборе, то такой намаз будет равен 70 намазам и ему подобные, то все эти хадисы слабые. Поэтому в народе, где все ходят в головных уборах, и это считается частью мужского достоинства, в этом народе, ходящий без головного убора, не принимается в свидетели. Но ходить без головного убора в народе, где нет обычая ходить в головном уборе, не будет являться чем-то нежелательным или нововведением. Хукм чалмы или головного убора зависит от обычаев отдельного народа. Но если кто-то носит головной убор или чалму с намерением быть похожим на пророка, мир ему и благословение Аллаха, то в этом случае он получает награду. Он получает награду за свое намерение. Но подумать плохо о человеке, который ходит без головного убора, и обвинять его за это недозволительно. Разногласием среди ученых является вопрос, является ли ношение головного убора сунной или просто дозволенным действием. Но никто из них не говорит, что это обязательно. Но оставление бороды является обязательным, согласно всем четырем имамам. Оставление бороды обязательно по всем четырем мазхабам. И если человек без головного убора, может быть, не принят в свидетели, то сбривший бороду тем более не принимается, потому что он сделал то, что является харамом, все четыре имама, и имам Ашафиань Аш да помилуют его Аллах, говорит в своей книге «Аль-Ум» о том, что борода обязательно. Совсем немногие ученые говорят о дозволенности сбривать бороду, и у них нет на это далиля. То, что является установленным мнением во всех четырех мазабах и в мазхабе имама Ашафиай, Аш как постановили большинство шафийских ученых, это то, что сбривать бороду запрещено. Да поможет всем Аллах следовать Сунне и оставить нововведение. Пророк мир ему и благословение Аллаха говорит, отпускайте бороды и укорачивайте усы. Также пророк мир ему и благословение Аллаха говорит, отличайтесь от многобожников, отращивайте бороды и подстригайте усы. Поэтому знайте, что тот, кто издевается над соблюдающими Сунну, Издевается над бородой, над сумной пророка мир ему и благословение, становится кафером. Что это за борода, как у козла? Знай, что говоря такие слова и издеваясь над сумной пророка, ты становишься кафером. <таспросы>